Проведение честных выборов обсудили сегодня в Тюменском доме журналистов. Пресс-конференцию на эту тему организовали представители партии «Справедливая Россия за правду». Члены регионального совета отметили необходимость предоставления равных возможностей всем партиям. Озвучили предложение об однодневном проведении голосований и об отказе от дистанционных вариантов. Важнейшими показателями открытости региональных парламентов являются публикации результатов поименного голосования депутатов и стенограмм заседаний. Именно в указанных публикациях избиратели имеют возможность получить наиболее полную и точную информацию о деятельности своих избранников. Должны быть не только стенограммы заседаний региональных парламентов, но и результаты личного голосования тех или иных депутатов, чтобы избиратель как бы понимал, кому он обязан своим счастьем, либо несчастьем.